друзья, сегодня мы будем одевать вот такие вот термонаклеечки. Такие термонаклеечки на наши яички. Так, яички у нас уже сварились. Надеюсь, вы знаете, как варить яички. Поэтому об этом мы не будем говорить. Вот как одевать термонаклеечки. Чтобы одеть термонаклеечки, нам надо сначала их вырезать. Нам понадобится ковшик с водичкой. Вот я уже поставила ковшик. Он у нас скоро закипит, пока не закипело. Мы будем вырезать термонаклеечки. Вот. Ну, например, мы хотим вот эту вот термонаклеечку наклеить. С этой стороны она у нас уже обрезанная, но мы вот эту вот прозрачную линию все равно отрежем. И вот это вот дальше вырезаем также по краю, по контуру. Нам еще понадобится ложечка. Тоже обрезаем вот так вот по контуру, все вырезаем аккуратненько. Вот мы сейчас посчитаем, сколько у нас термонаклеечек, хватит ли нам. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. У нас как раз 10 яичек, 10 термонаклеечек я приготовила. Может, кто-то уже знает, как это делать, кому-то неинтересно, а кому-то пригодится мой рассказ. Берем ложечку, желательно самая большая, чтобы яичко у нас в ней помещалось хорошо. Сейчас наша водичка уже закипает. Перед тем, как закипеть, перед тем, как опустить яичко в кипяченую водичку, мы его аккуратненько одеваем. Смотрим, чтобы было равномерненько. Смотрим, чтобы равномерно яичко у нас оделось. Аккуратненько ложим вот так вот вдоль на нашу ложечку, чтобы она не шевелилась, нигде не съезжала. Теперь сам процесс опускания. Водичка, конечно, еще не закипела, но я думаю, уже можно. Потихонечку опускаем яичко в воду. Газ можно даже убавить. Постепенно оно закипит. Стараемся его там чуть-чуть покувыркать. И вуля! Ваше яичко готово. Наше яичко готово. Также берем следующее яичко.
Одеваем термонаклеечку. Все ровненько. Положим вдоль на ложечку, чтобы оно не шевелилось у нас, не съехало, не слетело ничего. Вот наше второе яичко готово. Делаем следующее яичко. Аккуратненько ложим. Ровненько на ложечку выравниваем. Выравниваем. Итак, яичко за яичком. Все у вас получится. Так. Всем пока. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Пока-пока. So proud.